Здравствуй, Паша. С первыми двумя неделями тебя пребывания в этой чудесной стране, в этом чудесном колледже. С Светой мы потом снимем видео, как она будет готова, с Маженой и со всеми остальными. Расскажи мне твои первые впечатления вначале об Австралии, не о колледже, а об Австралии. Очень позитивная страна, очень радушные люди. С первых моментов начались приключения, потому что потеряли мой багаж. Да. Сразу потребовалась практика английского языка, чтобы описать хотя бы потерянный свой багаж. Какой у тебя совет по отношению, потерян был багаж, что бы ты рекомендовал ребятам делать, чтобы это не повторилось? Сфотографировать. Меня сразу спросили в аэропорту, есть ли у вас фотографии вашего багажа. И тут я подумал, что, а неплохо было бы сделать такое. И может быть я еще и описание, да? Да, и описание к нему. Спросили, какие бирки клеили, что, где, как. Вообще, качественно, хорошо все расспрашивали. Медленно, понятно, как раз, чтобы человек мог понять. Когда ты въезжал, тебя не спрашивали о цели твоего визита, когда проходил через гейтс? Встречается ли тебя кто-нибудь, нет? Нет, меня никто ничего не спросил. По провозу там всяких, я не знаю, будок, сигарет и так далее. Никто ничего не говорил? Нет, у меня был один рюкзак и все, и чемодан, который был потерян. Когда меня спросили, это все, я сказал, да, это все со мной, и все. А теперь по поводу обучения. Я знаю, что оставил на форуме комментарии. Твои впечатления об учебе, разница между обучением в России, обучением на Мальте и обучением здесь? Совершенно несравнимые вещи. Почему нельзя сравнить Россию? Потому что нет среды. Ты занимался с преподавателем, ушел. А если ты с помощью социальных сетей нашел себе группу, это твой плюс. Пообщаться, имеется в виду. На социальные сети группы, где люди встречаются, общаются. А так, в основном в России занятия отзанимались, все, время вышло, это ты ушел. На Мальте практикуешь постоянно, потому что это тоже англоязычная страна, но там добавляется свой колорит, потому что люди знают несколько языков, и в одном предложении могут намешать очень много слов. Не всегда будет корректно и понятно. На Мальте они могут намешать английский, мальтийский, и со смесью греческого, итальянского. Но мальтийский есть. Кстати, это государственный язык, да. Мальтийский. То есть, по идее, должны больше говорить все-таки на мальтийском. На мальтийском большинство и говорят. Но когда спрашиваешь, человек что-то тебе подсказывает, он может увлечься и перейти на те незнакомые слова. А потом вспомнит, пояснит, что это значит. Хорошо, а сейчас, когда ты учишься, ты доволен вообще группой, в которой ты есть? Сколько там русских, допустим, человек и процент от общего количества? Русские есть, процент их небольшой. Группа всего лишь, по-моему, человек 14. Но это не всего лишь, иногда бывает и 3 человека, и 5 человек. 14 это нормально. И русских сколько там? 5 человек. Многовато. Многовато, но что поделать. Сейчас будет. Просто у нас много людей на хорошем уровне, поэтому. Хотя вообще нас не больше 10%, там 5, но на высоком уровне и вечером как раз концентрация увеличивается. Это тебе не мешает? Нет, не мешает. Там нет таких разговоров на русском, допустим. Конечно, разговор случается, ты же переспрашиваешь, может, оборот непонятен, может, еще что-то. Переспросил, подсказали. Ага, понятно. То есть в этом случае даже неплохо, что кто-то есть. Да, кто есть еще, кто более сильнее в языке. Угу. А со скольки до скольки ты учишься? С 16 до 8:30. Это хорошо. То есть 5 дней в неделю, 5 дней в неделю. А специфика уроков, что вы делаете? Какие-нибудь экскурсии бывают там?
Если бывает, то часто ли? Прошла только одна неделя занятий. Специфик построения предложений, времена. Это upper intermediate? Это upper intermediate. То есть фактически у вас почти заканчивается грамматика, последние три грамматики. Да. Advanced, может быть, еще. Вот. А у себя дома, каким образом своей логистики ты, какие у тебя такие наполеоновские планы захватить весь рынок грузовых перевозок в мире? Планы я ставлю не наполеоновские, а конкретно реальные. Хороший английский мне позволит продолжить работу в какой-нибудь крупной достаточно логистической структуре в России. Например? Например, так как я работал с морем и морскими контейнерными перевозками, это может быть Maersk, к примеру. Да, Maersk здесь очень много терминалов. Даже на Paramat River, блин, имеет. Потом Hapag-Lloyd. А ты, по-моему, работал с ними? Ну, мы с ними частично работали, частично нет. У нас была своя фидерная линия, в которой я работал. Ты же из Питера, да? Да. То есть, а Питер там какой-то... Вы работали через питерский порт или через Выборг или что? Через питерский порт. Питерский порт включает много всех терминалов. Угу. Соответственно, английский дает существенное преимущество, да? Да. Ты собираешься работать на западную компанию или как бы на российскую, но с преимуществом знания английского языка? Как ты думаешь? Через год рынок может измениться. Я пока ориентируюсь на западную структуру. То есть фактически российский специалист, работающий на западную структуру. Да, так, принципе, я до больше... отъезда тоже работал на западную структуру и мне вполне устраивало. Ну, надеюсь, не на ЦРУ. А скажи, а какие у тебя советы были бы студентам, которые собираются сюда ехать учить английский язык? Вот скажем, английский язык, не высшее образование, а именно английский язык, как и ты. Бой побольше практики разговорной дома. Где угодно, как угодно, через скайпы находить людей, чтобы общаться. Потому что для меня построить предложение и не сложно, но воспринять на слух тяжеловато. А вот ты достаточно хорошо, очень красиво, в общем-то, подготовился, подготовил документы. Ты готовил, в общем-то, лучше, чем средний, скажем так, рамзесовец. То есть ты достаточно хорошо. Насколько я знаю, мама тебе там помогала, да, то есть такая поддержка, скажем так, духовная была. Ну, духовная поддержка, да, была. И чисто житейские советы просто, ну, наверное, любая мама даст. Кстати, передай привет. Хорошо, спасибо. Любая мама, наверное, даст житейский совет своему ребенку, как поступить в конкретной ситуации. Ну, я что еще хотел бы сказать. У нас многие боятся разговоров с офицером миграционным. Вот скажи, как тебе звонили, как тебе общее впечатление, может быть, хочешь что-то сказать, передать этому офицеру? У тебя была Оля Соцкая? Да. Кстати, огромное спасибо ей. Разговор длился недолго, чуть больше 10 минут. Спрашивали, для каких целей я поехал, что я оставляю здесь, что я приобрету там. Обычные анкетные вопросы, где живешь, как называется компания, на которой ты работаешь. Все в порядке обычных вещей. И не было какого-то такого жуткого давления, которое, ну, многие так боятся. Давления никакого не было. Если человек честен, то зачем ему что-то скрывать, лавировать? Он просто идет к своей цели. Он поставил свои цели, и он к ней движется. Зачем ему что-то сочинять? Хорошо, Паша, вот приятно, как говорится, слышать от тебя. Вот. Это у тебя, ну, тоже не было проблем же, нет? Нет, не было проблем. У меня очень короткий и приятный разговор состоялся с Ольгой Соцкой. Тоже с Ольгой, да? Да. Ну да. Вот. Ну что, спасибо тебе, Павел, за это интервью. Я думаю, что
людям будет приятно узнать, что никакого терроризма, никаких пыток там духовных нет. Все нормально, если, конечно, нормально ко всему готовиться и не запутаться в собственной брехне. А если все нормально все делаешь, то тогда все и хорошо. Хорошо? Да, конечно. Ну все, спасибо.